Ансамбль «Дніпряночка» був заснований 1 жовтня 1996 року. Високу оцінку ансамблю «Дніпряночка» у місті Кривий Ріг у 2004-2007 роках дав художній керівник та головний диригент Національного оркестру народних інструментів України, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Григоровича Шевченко, професор Віктор Гуцел. Репертуар, який виконує ансамбль, оранжирує та обробляє талановитий музикант, керівник інструментального ансамблю української музики Володимир Ціпер. Я хочу поблагодарить прежде всего вас, что вы пришли на наш праздник. Очень приятно играть для такого количества людей. Низкий поклон вам за то, что вы приводите в наш коллектив своих детей, что вы доверяете нам их воспитание. И я очень счастлив, что в ансамбле есть Настя, которая играет на бандуре. Рядом сидит Света, которая играет тоже на бандуре. Дима Бобровский, который играет на домре. Это наши воспитанники. Нам очень посчастливилось. Они закончили музыкальное училище, консерваторию. И уже играют в ансамбле в качестве иллюстраторов. То есть показывают новому подрастающему поколению, чего можно достичь. И если кропотливо трудиться. Еще раз спасибо вам за ваших прекрасных детей. Спасибо за ваши аплодисменты. Низкий вам поклон. А мы с удовольствием для вас продолжаем концерт. Ой, еще что за шум учинився? То комарик та й на мусі поженився.